Четвертый Алексей Шептунов, пятый Игорь Высокин. И такого бойца оказываются в ринге, и мы представляем. Боец в красном углу, Богданов Станислав, 1991 года рождения, кандидат в мастера спорта, естественно, представляет Забайкальский край. Иркутская область в синем углу представляет Амалбеков Данияр, кандидат в мастера спорта 1994 года рождения. Итак, друзья, это весовая категория до 81 килограмма. И нарастает не только масса, но и напряжение. Кандидат мастера спорта. Ему 26 лет. Он является серебряным призером чемпионата Сибирского федерального округа. Счет боев приведен. Тренируется под руководством тренеров мастеров спорта Сергея Кошечкина и Артема Воровского, которые ему секундируют. Уважаемые друзья, после
этой пары будет небольшая пауза для высказывания наших лучших тренеров. Давай, вставай! 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 Вставай!
справа, снизу, левый смотри. Сейчас, смотри, смотри, сказал левый смотри. Друзья, если нам действительно понравился бой, давайте громче хлопать, потому что тут уже фанатские кричалки даже появились. Единогласным решением судей победу по очкам одержал боксер Красного угла Станислав Богданов за Алтайский край города Чита. Друзья, давайте еще раз поблагодарим обоих боксеров за этот замечательный поединок и весь тренерский штаб. Спасибо. Спасибо всем зрителям, у нас есть партнер, у нас есть трибуна, спасибо всей судейской